замечательные два молодых человека, дуэт «Серебряный родник», Тимур Эйснер и Александр Брейк из Гамбурга. Встречайте! Они существуют с 2011 года, пишут свои собственные песни, и сегодня решили эту песню, песни привести более для широкой публики. В 2013 году они записали свой дебютный альбом под названием «Полный вперед», и в этот альбом вошли две песни, и сегодня они с огромным удовольствием нам их исполнят. Итак, встречаем Тимур Эйснер и Александр Брейк. Пожалуйста. Погружаясь на дно океана, фото в руке держал, а на фото жена капитана, волнами волос лежал. Ночь укрывает дома, застилает дорогу, вслед ему смотрит она, ПЛ уходит под воду. Ночь, тишина, луна, ночь, тишина в дорогу, номер скрывает волна, ПЛ уходит под воду. Прощаясь, с экипажем прощаясь, оркестр «Славянку» играл. Он был в списке, вел с ней переписку и честь по команде отдал. Ночь укрывает дома, застилает дорогу, снова скучает она, ПЛ уходит под воду. Ночь, тишина, луна, ночь, тишина в дорогу, рубку скрывает волна, ПЛ уходит под воду. Ракета найдется, пуск и она идет. Ночь укрывает дома, ночь застилает дорогу, сверху скучает она, ПЛ уходит под воду. Тишина, луна, ночь, тишина в дорогу, люк накрывает волна, ПЛ.